Трагическое известие пришло из Турции, где подло убит посол России Карлов Андрей Геннадьевич. Я прежде всего приношу самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким нашего товарища, который ушел из жизни. Прошу Министерство иностранных дел представить его посмертно к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти. Он ушел из жизни на боевом посту. Это был блестящий дипломат, пользовался очень хорошей репутацией в стране пребывания, имел хорошие отношения и с руководством Турции, и другими политическими силами. Пользовался у них уважением. Андрей Геннадьевич был и очень интеллигентным, мягким человеком. Добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично. И в течение моей последней командировки осенью этого года в Турцию он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал. Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют. Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по факту убийства. Ему поручено сформировать межведомственную рабочую группу, которой надлежит незамедлительно вылететь в Анкару для участия вместе с турецкими партнерами в расследовании этого преступления. Договоренность об этом достигнута в только что состоявшемся телефонном разговоре с президентом Турецкой Республики. Мы должны знать, кто направлял руку убийцы. Необходимо усилить охрану дипломатических представительств Турецкой Республики в России, посольства и других представительств. А также получить гарантии от турецкой стороны по обеспечению безопасности российских диппредставительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. И прошу вас внести согласованные предложения по усилению мер безопасности российских дипломатических представительств за рубежом.